В деревне Рускинская определили лучших оленеводов этого года. Слет рыбаков и охотников прошел здесь уже в 45-й раз. В прошлом году из-за пандемии праздник вынуждены были отменить. В этот раз его провели с ограничениями по численности. Участие приняли только ханты и манси, которые живут на стойбищах Сургутского района. Остальные смогли приехать и только поболеть за спортсменов. По традиции погонщики состязались в ловкости и скорости передвижения на оленях, демонстрировали навыки национальной борьбы и метания тензиана на хорей. Лучшим оленеводам по традиции подарили снегоходы. Самым быстрым оказался житель Тром-Агана Леонид Сапочин. Он преодолел километровую дистанцию чуть больше, чем за 1,5 минуты. Мы воспринимаем это вроде как шоу, на самом деле это их жизнь. Олени не так много видят людей. Это не машина, которая готова ехать по дороге. Машины и то ездят по асфальтовой дороге, стараются далеко не съезжать. Олени делают то же самое. Они идут по упрощенному пути. Они могут испугаться шума, какого-то яркого света, еще чего-то.